Так, первый лот — это, конечно же, кнопочный телефон, и я до сих пор помню тот самый момент, когда мне его подарили, и я просто писала паром от счастья. Ну или еще такой вариантик Sony Ericsson, просто в моем сердечке. Следующий этап взросления — это телефон-раскладушка. У меня был вот такой вот хайповый Samsung розового цвета. Ну а дальше уже новый уровень — сенсорный телефон. Вот это технологии! У многих были вот такие вот черные Samsung, а у некоторых даже с Hello Kitty, ну это я завидую вообще. И напоследок, телефон, который был у многих, это вот такой вот замечательный Samsung с красивым дизайном на задней крышечке, цветочки, а-ля писта, все красиво, в общем, зачет.